По-моему, один сон на двоих снится. Что тот лапами трепыхает, что этот. Нет, просто они бегают сперва один из... Да, один ну, за другим, другом, потом, да, потом наоборот. Да, один к другому, потом другой к тому. Все, ты попал. Снова. Ты звезда. Тарам. Так. Кидай. Пока тебя не было, был бы лучше. Все? Да. Не, ну ты же звезда. Да. Ну что же, здравствуйте, дорогие телезрители. И вот начинается новый день. Да, нет, новый день это если, короче, еще один день будет в бложек записан. А сегодня просто с вами мастерская по изготовлению высококачественного бугурта. Вот. Друзья, приехали from the Moscow. Уже дважды популярны. Ну, кто дважды, кто единожды. Ну, не суть. Короче, вот этот человек... Это он заказывал Квазимоду. Если да. Кто-то не понял смысл данного проекта, о, то прошу в корзину. В корзину пожеланий забрасывать много бугурта. Мы обязательно на все ответим. Вот. На самом деле, короче, это, знаете, как история постройки Сашкиного корча. Что-то где-то валялось по гаражу. Вот. И как-то однажды возникла мысль, что, в принципе, неплохо было бы ездить на двух колесах. На этом все. Этого достаточно, в принципе. Это что, из-за меня? Не-не, это из-за меня. Это я что-то отвлекся. О, правильно. YouTube должен подавать хороший пример. Даже вот я что-то, короче, это самое. Да, все там сзади, все есть, у нас все правильно. Все для людей. Да. Мешаешь. Все, ты готов? Почти. К труду и обороне. Короче, Коля мне начал Леха, привет. Говорить этот самый. Опаньки, дорогу. Леха, говорю, Коля сказал, что надо свечку менять, что калилка не подходит. А, из-за этого он ебется? Да нет, мне кажется, все-таки на верхах я где-то вчера, я не помню. Не, кстати, если ты калилку ловишь, то он действительно будет как попало ехать. Нет, не калилку ловлю, не хватает калильного числа, получается. Ну правильно, она в перегрев падает. Изначально, вот то, что он так как-то непонятно работает, он говорит, либо камера так передает, либо хуй его знает, типа как подтраивает. А я вчера ехал с деревни, или, блядь, или я уже в городе ехал, а так и не понял, не помню. Я ему открыл, вот он вышел, и все, на эту планку. Потом я резко закрыл, и резко открываю, а он такой раз, и все, опять на планке, и никуда дальше не едет, блядь. Может, воздуха? Да нет, да не нет, воздуха. Там... Такое ощущение, как будто камера не успевает наполняться. Вот почему, не знаю. Ну вот, будешь тюнер дохуя. Вот в этом и заключается тюнинг, понять, что надо мотору. Длинный мина. Да нет, это так чиномина. Да. Что было? Что в подвале валялось? Прям разгоняете? Прям да. Не надо совсем. Как каждый, кто заходит, разгоняет собственноручно, собственно нужно. Да. Как Леша сейчас сказал, будет сейчас восставший из зада. Все, куда ни коснись, тут вообще нихуя ничего не было. Даже вот, блядь, посидели. Блядь, он стоит, смотри. Просто, блядь, валялся. А? Он стоит сам. А, он уперся, в смысле? Ему нравится. Я думал, он на подставке стоит. А моторчик сами, ну, помог там это самое. Вот, и пластик сейчас уже в стадии, практически в стадии. Ты видишь, да, для сидения, не говоря уже про все остальное. Надо было же тебе раньше мне сказать, то, что можно было пластик здесь реанимировать. И мы бы тут его, блин, само, как его нормальный марафетик навели бы. Вон, мне пластик надо было устанавливать. Слышишь, что, может, ну, и Руксус туда же? Руксус? Ну да, раз такие дела. Сейчас пол гаража освободим, давай. Тазики. Нет, цветочная клумба. Не клумба, это вазон цветочный. Да. 100 лет простое, и все впустую. Надо было, представляете, сколько он проделал просто пути? Сначала с японской помойки сюда, в Россию. Потом куда-то спрашивали о каком-то дрессовом запчасти. Потом в Москву, километров 150. Кавасаку мы уже не ремонтируем.
чуваки не уверены, что будет ее за что полностью отремонтировать. Поэтому сейчас отдаем как есть. Материала пока в Осаке не будет. Доездят ее, наверное, и в металл сдадут. Вот, да. Вот Сашка осведомлен, кстати, в этом плане. Вот у него можно спросить. Что? Сашка, какая судьба у этой Кавасаки? Да я откуда знаю. Грустная или веселая? Веселый, пожарим шашлык на ней вечерком. Да. Тихо! Ну так иди не вверх, блядь, тихо, говорит. Печально. Очень. Кто еще не верил в то, что надо Жене приезжать помогать здесь работать? Сашка кто? Против. Да, кто-то сидит, кто-то сидит дома. Что, а чтобы приехать? Еще одного негра нанять. Да, пойдем в гараж. Я не против, нанимай, блядь. Просто тебе бегать за ним, не мне. Товарищи, я сейчас перед вами так виноват, блядь. Я не заснял, как Сашка, блядь, уебался на своем мопеде об автобус. Но знаете, вот если бы знал, когда камеру надо включить, это было так эпично. Вот никто не даст соврать, вот ни Валера, ни Леха, короче, ни Антон, вот все шли, все вот просто вот он как дырку открыл и вот так. А как... что резиновый мяч? Да, блин. Встал, поехал дальше. Короче, блядь, чуть-чуть заминусилось тут по пластику. Кикстартер, блядь, даже спойлер не поцарапал, ты смотри. А вот это с другой стороны. Не, ну блядь, тем не менее. Да, кстати, слушай, он же уебался то правой стороной об автобус. Внутренний пластик мой. Бух, блядь. Это пиздец, блядь. Я не думал, что Сашка умеет так летать. Человек-расходник. Слушай, я не думал, что ты так можешь летать красиво. Это пиздец, она боком пошла, блин. Красивая. Я даже тормоза не нашел. Да я понял, что там уже бессмысленно было. Какие тормоза там, блядь, полтора тормоза на мопеде. Я же испугался. Бля, даже, по-моему, даже не поцарапался, да? Поцарапался. Так. Как это, знаете, обычно бывает, открываешь газ, тебя начинает вести, ты выравниваешься в другую сторону, и вот как машина вот эта стоит, вот там вот туда автобус, бух, блядь, мопедом об него, через мопед, фух, ушел. Я не ударился мопедом, я ударился рукой, и там четко рука протянула, блядь, еще и ногой. Блядь, вот... Не, ногой это уже асфальт. Слушай, ну хоть не выключай камеру, ей-богу. Как это асфальт? Прикинь. Сука, подклювник поломал, блядь, прикинь. Там выскочила, а вот лопнула. Это запаяется, блядь. Там под клювом видно не будет. Сань, ну пойми правильно. Изначально говорили то, что японское качество, а не крымское. Продай ты уже ее. Вот 5 лет. А, я думал, сюда надо под капот. Сюда не надо. Короче, где-то вот тут. А? На поле дорога еще есть? На поле, вот там, за кооперативом, да. Блять, маленькая дырочка есть. Где-то вот здесь, блядь. Слушай, а не проще купить? 5,5 рублей месяц ждать. Вот это вот? Да, вот это вот. Только оригинально. А еще она? Я хуй его знаю. Основная палок. Вроде железная. Ну что, пошли. Я думал, блядь, мы сейчас под капот да? полезем еще тут. Тут, блядь. На рынке, блядь, за 200 рублей купил, открутил и поставил. Сидим, перебираем хлам. Короче, у нас вот так вот хлама, короче, куча. Тут куча, тут куча, тут куча. Сидим, сейчас ковыряемся. Я вспомнил, как Костик через пол Уфы проехал и, короче, купил от Жигуля вот такую скобку на замок, там на какой-то мотоцикл. А у нас их вот тут раз, два, тут если порыться еще, блядь, я найду сейчас. Вот, да, три. И вот они сейчас все просто пойдут в металл. Потому что их в таком избытке у нас. Да, знаете, вот что называется, да, вот кто что ценит. То есть у кого что в избытке, а что в недостатке. Всякие резинотехнические изделия туда.
И вот у нас вот сейчас тут хлама собралось энное количество. Турбовинты, кстати, хорошая штука. Особенно с краской. Это не краска, это герметик. Его сейчас в дерево раз закрутил, он будет чистый. Что тут еще интересного? Всякая хуйня. Такие вещи порой я тут нахожу, короче. Где тут я находил? Клапана еще с моих смутных времен. Блять, нахуя я их хранил? Вот они, короче, тут вот лежат. С какого-то 139-го мотора со стандартным объемом. Всякая дичь. Сейчас понимаю, что, блядь. Вы знаете, по тому, что вы храните в гараже, можно, короче, легко определить уровень ваших ценностей. Вот я сейчас сижу и понимаю, что, блядь, уровень ценностей у меня очень сильно отличался тот от нынешнего. Слышишь? Что? Где-то можно проставки засунуть. Ну, засунь. Это не знаю, натяжник. Да. Такие вещи бережно хранил. Сейчас, блядь, я насос в руки не брал уже, я не знаю, сколько лет. Просто обычный ручной. Ну, вот жало от паяльника еще можно сохранить. Чуть позже выбросим. Прокладка, которая никуда никогда не подходит. Даже Саня их выбрасывает. Че, неси это все в метол. Гайка. Гайка этого, кстати. Все, нахуй, металлолом. Подожди, вот этот флажок можно оставить. Да нахуй он тебе всрался. Реодиса. Блять, ладно, на еще один тогда давай. Тебе. Через пару лет и ты его выбросишь. Шарочка. Уже. Поймешь, что, блять, это все нахуй не надо. О, пердохранитель тебе надо? Нет. В кожуле. Не-не-не, у меня еврики стоят. Колпачок, смотри. Колпачок может. А прям... вот это нахуй хранилось, это я не могу понять. Это, блядь, это реликвия семейная. Раньше не было этих червяков. Кожелевская. Да, кожелевская затычка. Вот это надо. Кто-то мне человек когда-то делал это, тоже я пытался паять феном, короче, и фен завернулся, бедолага, от того, что... Кто-то делал это? Ну, это наконечник на фен, то есть вот, короче, вот эта штука. И вот так это все одевалось. Но это, в общем-то, скопировано с заводских этих хуевин, которые за немерено денег, блядь, почему-то продаются. Хотя сложности в производстве никакой. То есть оно все дорого стоит, только потому, а вот это, что, блядь, что здесь должно было быть? Туда типа пруток просовываешь и паяешь. Вот жёлоб. Да. Человек заморочился, а я, короче, попробовал, и оно у меня не получилось, потому что фен начал плавиться. У него как бы он нагрев... Если регулировалась бы температура? Ну да, короче, а теперь уже и не надо. О, хомутик. А чашку клапана ты зачем отложил? Или это она сама? Ты положил. Да не, я тебя положил, показал. Ты его туда положил, я да. Я просто показал. Ну и все, и она там прижилась. Все, неси в метол. Подожди. Вот ты, блядь. Сама я каждый раз, когда говорю неси в метол, он еще что-нибудь находит и выбирает. На, вот хомутик еще. На. Не надо? А что? Поставку нашел. Да все уже неси, заебал. На ключи тебе, смотри, у тебя там мало, короче, надо еще гирю 16-килограммовую. Там он цепь есть мотоциклетная, надо тебе на ключи? Нет. Смотри. Смотри, охуенная цепь. Отстань. Смотри, еще ролик есть от рулевой. Вот, смотри, какой прикольный. Заебись. Ну что заебись, блядь, вешай давай, заебал. Тоже забавная конструкция, блядь. Что там еще? Смотри, можно манометр на ключи повесить. Вот так шел, раз, померил давление в колесах. Чего, блядь? В колесах. Внутреннее давление? Ну или внутреннее, или наружнее, там какого хочешь. Можно пукнуть в него тоже, померить, как сильно ты пукнул. Это Сузуки, по-моему. Подожди, это... Блядь. Нет, это не Сузуки, это, по-моему, короче, обгонную муфту хуйня это держит где-то. Прикручивается, 6 ремней обгонной муфты. А что? Это наружу, по-моему, держит, знаешь что? Ну вот смотри, потерто. И что? Это, по-моему, короче, скобка, которая обгонную муфту держит, чтобы она не вываливалась. Не знаю, не помню. Ну, короче, очень нужная вещь. Да. Так, вот это, кстати, тоже все в метол. Вот это все. Ты что, вот это ж на ляде, сука, нужная. Ты что, да, очень нужная вещь. Вот это с Ямахи, по-моему. Угу, уже поржавело. Обгонная муфта. Все, неси.
пробку на себе дома закрутишь. Блять, еще один флажок нашел. На, тогда еще один заебал. Будешь этот их бережно хранить. Вот такие вещи я еще бережно храню. Классные вещи. Вот да, казалось бы, двигателя нету, нахуй я ее храню. Вот просто по приколу иногда достаю и дудю. Дудю? Классно же дудит. Так, здесь у нас будут жить... Ну, а нахуй ты эту гайку выкидываешь, объясни. Заебал. Здесь у нас будут жить резинотехнические изделия. Эту хуйню можно кинуть в этот. В том числе презервативы. Вот это вот все, короче. Вот это вот все. Что вот это такое? От чего это? О, это этот самый, с Хонды. С какой? С этого, блядь, он спрашивал с меня, кстати. С какой Хонды? 51-й. Это с 51-й Хонды? С так-то. Да ну нахуй. Да. Блядь, в жизни бы не догадался. Я эту хуйню, блядь, перекладывал, думаю, блядь, выкинуть, не выкинуть. А он, да, спрашивал, типа, есть, нету, и где это стоит? Охуеть, блядь. Я чуть печки ее не сжег. Ну, хорошо, видишь. Слушай, очень даже в кассу. Кстати, спрашивал за... Какую? За кого? На мотор. А, что-то да такое. Она у нас есть еще? Где-то валяется. Валяется? Так, что у нас тут еще интересного? У нас сегодня, короче, день переборки хлама. Это, кстати, крайне полезное занятие. Грузик. Кто? Грузик. В смысле, ролик? Свинцовый грузик. А, забери, ты же у нас рыбак дохуя. Рыбак дохуя, но... Это вот с Бургмана глушилка. У меня вот этих вот гусаков, я помню, они в таком дефиците были одно время. Но собиралась, просто тьма. Короче, надо сделать вот так. И тоже долго-долго перебирать. Пустить сюда Сашку, он будет как этот. Как, знаете, как курочки гребутся там вот в листочках. Такие шк-шк-шк-шк-шк. Что-то оп-оп нашел. Опять шк-шк-шк-шк-шк. Опять что-то нашел. Все очень нужное, да. Тут охуенная часть всего этого добра поедет к нему в мастерскую жить. Вот это, что это такое? Хуй его знает, что это, но мы его бережно храним. Хорошо, сырлюхи. Вот какая-то резиночка. Это, короче, мне приехало вместе с успокоителями всякими этими на цепь, на XR. И я, короче, крутил ее, крутил в руках, крутил. Думаю, куда это вообще надо прикрутить? И в итоге так и бросил. А, и вот тоже. Саня, этот пробой, блядь, мягче, чем, сука, болты. Я поэтому его и выкину. О, вот это Чистов подарил. Я бережно храню в РТИ. В сухом прохладном месте. Бля, чует моя жопа, меня тут нахуй сейчас продует. Надо, короче, вентилятор сделать потыхше. Где тут фан? Короче, надо сделать вот так вот. Все. Теперь я не сдохну. Не дождетесь. Так. Сегодня будет топчейший контент. О, нихуя, от этого тормозов, блядь. А? Много, что ты проебал. Я, блядь, уже извинился перед телезрителями, я на пальцах рассказал, но понимаешь, это не то, блядь. Я никогда не думал, блядь, что 80 килограмм могут так перепрыгивать через мопед ногами кверху, блядь. Как ты еще не разулся, сука, на ходу, я не знаю. Я пальцами вот так сломался. Там был такой удар, я думал, автобус пополам сломается. Это локтем. Как бахнул, короче. Он... Мопедом, причем я не ударил вообще ни во что. Ну, я имею в виду в машину. Я ударил локтем.
Так он локтем это самое, аж автобус зашкурил под покраску. На локте краска осталась от автобуса. Представляете, какой Сашка прочный, блядь. То есть, что не он стерся об автобус, а автобус об него. Так что, в принципе, если что-то где-то надо будет, то, короче, можно его не жалеть. Он очень прочный. Да иди ты, блядь. Так, это что такое? Не знаю, но пускай живет. Вот эта штука вообще раньше, помнишь, какой дефицит был? Она постоянно об тросик перетиралась. А сейчас она нахер никому не нужна. Один хуй ты положил. Ну ладно. Во, вот это очень нужная вещь на выбросе. Это от зеркала. Опа, нихуя. Шо оно такое? Слышишь? А, вот у нас зажигание одно. Да. И еще одна часть. Вот. Ссылка еще одна должна быть. Может быть, и я когда-то до этого доберусь. Ага, может быть, когда-нибудь. Mm-hmm. Когда станешь таким же шизофреником, как Мойша. У тебя будет навалом времени. Короче, Сяська добавил себе проблем и работы. Запаяли. Вот здесь уже то, что поломалось. Ну, это было поломано, кстати, вот это. Ну, блядь, какая разница. Ухо не вот было поломано. Вот это вот я поломал. Вот это. А это было поломано. Короче, сейчас будем тонким фулином паять, потому что ушко такое спаять, конечно, та еще задача. Я не знаю, как я подлезу. Мне вот надо... здесь сверху. Сверху? Блять. Вот сверху паяй. Хуйня это все. Давай его перевернем. Я сначала изнутри спаяю. Вот так вот покладем его. Вот, на железку. Но я не вижу тогда, как его торцевать с той стороны. Ну вот так, в принципе. Вон туда посмотри. Вот так можно. Тихо, блядь! Все, не трогай, блядь. Надо снять. С тобой невозможно вот такие вещи делать. Это просто пиздец, блядь. Да не трогай ты так ее, я нахуй. Я хочу придержать, ты все равно сейчас ее будешь давить. Сам будешь паять. Держи уже. Сейчас будешь орать, пальцы тебе там горят, еще что-нибудь. Хватит жрать спиды с утра, заебал. Даже видно, как окисловый слой рвался. С этой стороны я не почистил. Видите эту рабицу? Так, к слову о том, что, блядь, пластик не надо чистить. Надо. Ну давай, как ты показывал. Вот так. И назад. Все, давай, пошла. Пошла такая, как страус. Пошла. Все, давай, можно.
понимаете, собственно, и новый день. Наконец-то я открыл купальный сезон. Себя снимать крайне сложно без гермобокса. Поэтому весь этот трэш я не снимал. Зато Стрельникову запечатлел. Сейчас, короче, ехали с моря. Забавная ситуация. Знакомый подходит. Говорит, а ты где машину брал? Говорю, в Уфе. О, а это Уфа, типа, короче, регион 102. Говорю, да. А не продаешь? Может, тачками заняться? Болт будет только рад, если я к нему буду частенько приезжать. Блин, ну так, если кроме шуток, то это, конечно, не вариант. Потому что найти действительно хорошую машину в наш век, как ни странно, но сложно. Ага, лентяйку не убрала на велосипеде. Зачерпнет где-нибудь. Но в то же время корыстная моя часть какая-то вроде как подумываю там вот сказать, допустим, ну 700 и забирай. Я думаю, что вполне адекватный ценник. С учетом того, что заказаны все запчасти, есть все расходники, которые просто осталось поменять. И плюс приехать. Так что, в принципе, 700 нормальная разница. Видимость 0, идем по приборам. Такое ощущение, как будто где-то пожар усердно тушат. Я вообще ни хрена не вижу. Реально, я тебе говорю, да, дворники вообще не успевают. Вот встречка идет, я вообще ничего не вижу. Да? Ништяк. Ну хоть кто-то видит. Скажи, морковку кушать, утопление хорошее будет. Все, нагладился. Нихуя себе, какую я сейчас функцию нашел в этом телефоне. Она 100% зашита разрабами, как прикол. Ну, в старых калькуляторах, если, допустим, пишешь 2 плюс и равно, то он плюсует, если несколько раз нажимать равно, 2 плюс 2 плюс 2 плюс 2 и до бесконечности, пока вы будете нажимать равно. То есть здесь ничего не происходит с этим калькулятором. Но! Если нажать 1 плюс равно, выскакивает его слоган, который вы видите на рабочем столе телефона, как только достаете его из коробки. То есть у него на заставке написано Never Settle. Вот это прикол. Теперь самое интересное. Так, открываем все технологические дырки. Достаем все технологические компоненты, которые будут мешать разбору. Откручиваем все технологические технологичности. Посмотрел уже видосик. Да, этой отверткой так просто не разберешь. Этой отвертяпкой будет отвертяпнуть проще. Блин, а хорошо закручено. Так, а где мои магнитики? Вот мои магнитики. Ой, уронилась. Оньк. Так, что тут еще где? С какой стороны? А, вот. Это, наверное, самая многострадальная АС-300 из всех ныне выпущенных. Так, еще где-то что-то было, я помню. Видосик смотрел, чтобы за умного сойти. Надо внимательно посмотреть. Тут еще есть один нюанс по сборке, особенно по установке вот этого люка. Тут в какой-то момент его надо выдернуть, а в какой-то момент надо повременить. И порядок сборки отличается от порядка разборки. Так, ну уродиба усё. Что, давайте попробуем.
должно вычпокнуться. Но если что-то где-то не пойдет, значит, что-то где-то не раскрутинулось. Не, ну вроде идет. Значит, должно вылазивать. Вылазивай. Не хочет. Ну я же все раскрутил. А, вон оно что. Я не туда толкаю. А, о! Вон что. Вот эта хуйня мешает почему-то. Так. Муси, все. Какие-то лишние запчасти. Так, ну и что тут? Барцейка даже есть. Какая-то. Чтобы память хранить. Так. Вижу один винт. Экран. Ну что, давайте раскручивать. Ой, не та отвертка. Я этой отверткой еще свой первый смартфон разбирал. Samsung i710. Охуенный был телефон. Но морально устарел. Так, защелочки какие-то. Не хочет слазивать. Сейчас, наверное, все телефонных дел мастера рыдают. А давайте мы посмотрим на новый модуль и сравним его. Может, там будет хотя бы какая-то ясность, как это все разбирается правильно. Иди сюда. Не стесняйся. Так, вот у нас новый модуль. С протертым глазиком. Вот у нас старый модуль. Где у нас шлейфа все? Ага. Понятно, что нихуя не понятно. А, вот так вот он стоит. Ну, судя по всему, на защелках. На защелках. Вот это вот срань еле снял. Так неудобно, капец. Эти вот защелки. Что это у меня тут слезло? Вот эти вот три как бы без проблем. А вот это вот отогнуть так, чтобы не сломать и чтобы было во что упереться. И отогнуть надо сразу с двух сторон. И одной рукой толкать, одной рукой держать камеру, одной рукой тянуть. Короче, пиздец. Так, ладно. Что у нас тут как стоит? Это стоит вот так. Идите нахуй все. У меня тут важный процесс. Как это все работает? Что-то у меня шлейф какой-то лишний. Ладно, разбор покажет. Так, что это? И как это отковырять? Какая-то лишняя запчасть. Блять, а по-моему модуль вообще не отсюда нихуя. Не похож. Или это какая-то срань наклеена? А, ну да. Я вот это вот отчпокнуть хотел. Свети давай. Так, тут защелки. Эх, надо было стрим запилить. Остросюжетный.
Так, ну и дальше что? Силой надо куда-то дернуть в какую-то из сторон. Что-то где-то держит. А, вон что. Блять, это все разбирается, сука. Шлейф куда-то попиздил. Ага. Это че, ебано в рот, блять? Плату снимать, что ли? Нихуя себе. А как ее снимать? Ну, короче, не без помощи Славика Чистого разобрал. Потому что для меня, допустим, вообще темный лес, как разбираются вот такие вот разъемы. Фокусируйся, ебаный. Вот такие вот разъемы. Я думал, что уверенным рывком на себя. Так, сейчас самое главное. Не поставить ебаный глазик обратно. Так, ну что? Как это, блядь, стояло? Как, каким сторонам? Вот так? Блядь. Я не помню. Ага. Ага. Тяжело быть долбоебом, зато весело. Ну, вот как-то так, типа... Потом типа как-то так. И теперь типа вот эту всю хуибалу-ибалу надо запихуячить вот сюда. Как это, блядь, сделать моими толстенными пальцами, а? Коля! Заказывай еще одну линзу. Пригодится. Наверное, линзу я рано вставил. Сначала лучше поставить шлейф, а потом уже ебаться. Сука, как здесь все, блядь, неудобно, нахуй. Все такое маленькое, пиздец, блядь. Как люди это все ремонтируют, я хуй знает. Залазивай, ёбаный. Все, достаточно залезло. Сука. Держишься? Держишься. Охуенно, на. Так. Теперь вот этот вот пиздейс надо как-то вот так вот сюда. Правильно же я сую? Блять. Не повредив стабилизатор, запиздовать. Не, если бы я запустил стрим, я бы точно эту хуйню не собрал. О, зачпокнулось. Охуеть. Только тут QR-код какой-то, и вот этот экран теперь не прилепывается. А вот эта срань здесь была... Хуй знает, как она здесь была. А, вот тут две дырочки какие-то. Типа сюда. Да? Вот так? Типа так. Типа так, и оно нихуя здесь не держится. А шлейф был вообще, блядь, восьмеро сложенный, типа вот так вот как-то.
Я надеюсь, ему не похуёвит от этой всей киноэпопеи. Ой, блядь. Це пизда. Наверное, его проще потом запихать. Теперь вот эту всю залупу надо как-то что-то куда-то вот так, потом что-то как-то, блядь. Как-то вот так. А потом умудриться еще как-то изъебнуться вот этот вот шлейф. Засунуть туда, я ебаться не хотел. Как это все, блядь? Как это сделать? Надо быть читером. Бля, я нихуя не вижу. Охуенно без пинцета. Просто охуительно. Слазь, ёбаный. Ой, да ну нахуй, неужели залезла? Чё, серьёзно? Охуеть, я попал. Надеюсь, не на деньги. Так, теперь это все надо как-то, блядь, уложить. А вот этот вот ебаный язычок куда-то надо, а вот сюда вставить. Как-то так. А еще здесь какая-то хуйбалда куда-то закручивалась. Я ебу или бабу. Камеру наклонить. Ну вот как-то так. Так, теперь вот эту залупивку со шприцивкой вот сюда. Ебануться, блядь, как все удобно. Нахуй так делать, блядь. Взяли бы ее, сделали, сука, как пачку сигарет. Власти, ебаные провода. Вот так-то лучше. По-моему, здесь надо что-то куда-то запихивать до характерного хруста. Так, это, блядь, как это было? Это в таком порядке было? Блять, это не в том порядке было. Ёбаный насос. Сначала, блять, сначала алюминьку надо было вставить. Влазь нахуй. Я тебе рано вставил. Сначала вот эту залупу надо было нахлобучить. Вот так. Конечно, надеюсь, так. О, да. О, да. И вот эту срань, блядь. Вот куда ее запихать, чтобы она поместилась? Ёбаный в рот. Еще вот этот, блядь, язычок надо вставить. Сюда. Как это так? Уйди во фляй. Во. Ну не будет у нас экранирования, хуй с ним. Не несущая часть самолета. Теперь.
Я сейчас кому-то как дам пизды, блядь. Заебали. Минут 10 делов это макс. Ручками. Ага. Это я запостил же пост. Ну, к моменту выхода остросюжетного бложика уже пройдет дохерище времени. Че, поехали дальше. У меня память в телефоне аж кончилась. Так, эту херню мы закрутили. Теперь обратно умудриться засунуть этот ебаный шлейф. Моими, сука, толстыми пальцами. Без пинцета. С пинцетом это не true. О. Как это говорят уже? Я надрочился. Я уже могу. Я уже умею. Так, это, по-моему, сюда, не сюда. Где-то дырка должна быть специальная. Для всей этой срани. Походу сюда вот так. Хуяк. Хуяк. А, вот еще шубу трусы надо заправить. Вот. А теперь надо деть куда-то этот ебаный шлейф. Сука, складывайся. Сейчас я его порву, короче, и конец бложиком. Так, чем бы тебя, блядь, толкнуть? Не сильно острым. Залазивай. Ой, да ну нахуй, ты влез, что ли? Охренеть. Вот. А теперь как-то надо умудриться вот эту вот гадость поставить. Гадость. Потому что эта гадость стоит вот здесь в пазу, в этом хитром. И все эти блядские провода надо сюда запихуячить. Как это сделать, я не ебу. Слышите, как эти два пиздола через стенку хуйней страдают? Вот такая вот у нас адская слышимость. Так, шлейфы, шлейфы, шлейфы. А ну шлейф экрана потом поставим. Эту хуйню как-то... Как-то, блять, хуй знает как. Она просто вот так вот... Херак. Нет. Что-то, блядь, не лезет. Что все вздыбилось, колом встало. Что-то, блядь, не то, не туда. Как-то быть должно по-другому. Лучше. Лучше. Да, в натуре надо было Сашке это все дать. Он бы сделал. Так, теперь... По-моему, надо вот эту хуйню сюда закрутить. Или не эту. Или не надо. Надо или не надо. Не знаю. Не помню.
или тут не было нихуя. Так, у меня сколько саморезов? Раз, два, три, четыре. Так, значит, раз. Раз, два. Здесь вроде бы не надо ничего никуда. Походу сюда надо один. Хер знает, короче, закрутим. Блять, заебал примагничиваться. Сука, я не привык такие саморезы маленькие закручивать. О, по-моему, это сюда. Вроде сюда. Так. Осталось три самореза. Раз. Два. Куда, блядь, третий? Неужели все-таки сюда? Ебать, я аж вспотел, нахуй. Короче, пересмотрел видяшку. Здесь нету нихуя. И не было. Значит, не надо. Так, запихиваем. Запихиваем, я сказал. Шлейф на место. Не быть мне ремонтником такой хуйни. Я ж все попереколочу. О, вроде влезло. И почему-то эта срань не становится на место. Тут вот с этой стороны есть защелка. Вот она. Мне видно хорошо. Вот. Почему-то она не хочет, блядь, вставать. Но она-то вроде встает до характерного хруста. А вот сюда... Вот сюда вот не защелкивается. Защелка эта ебучая. Вот она. Она должна вставать вот эту вот дыромаху. Почему? Хер его знает. Просто не хочет и все, блять. А, стоп. Вот эта хуйня должна быть, походу, под низом. А как она должна быть под низом? Почему она не хочет тогда? Хотя, надо пересмотреть видяшку. Я понял. Короче, вот здесь вот этот вот язык, он должен быть не в этом пазу, а вот это под низом. Теперь, по идее, все должно быть правильно. Теперь вот этот язык сюда, вот эту защелку сюда, язык вот этот сюда, под низ. Ебаный пазл, блять. Вот эту срань надо приподнять. Во! Вот теперь оно, короче, как быть должно. Что-то только оно дыбится все. Так, надо, наверное, экран протереть. Теперь нужно вафляй вставить. Вафляй у нас становится вот так. Во. Теперь надо матюгальник на место запихать. Запихивайся, ёбаный. А, вон что. Там еще такой пазик микроскопический. Еще меня будут, блядь, спрашивать, нахуй эти такие ногти, блядь. А куда без них? В этих ёбаных нанотехнологиях. Так, вот защелка. Хуяк.
Да ну нахуй. Неужели я собрал? Неужели я собрал? Лазик весь залапал. Так, ну что, теперь можно даже подкинуть флешку. Что-нибудь записать. Чисто теста ради. Где как аккумулятор? Ой, а что, она не закрутилась нормально? Что, она не должна что ли быть закручена? А, блин, я не то, не туда закрутил. Вот сюда надо. Так, как аккумулятор у нас вставляется? Вот так это. Теперь надо нажать на кнопочку. И нихуя не происходит. А почему? Чули. Чё-то ничего не происходит. Всё горит адским пламенем. Походу я всё сломал. Нашел. Шлейф Питалова вылез. Так. Запиздовываем это все сюда. Аккумулятор на месте. Чего? Чего не нравится? Нихуя себе. Так, и что, ты даже работаешь, что ли? Это хорошо. Так, ладно. Продолжаем наш винегрет. Так, где-то там дырка должна быть. Сука, как все плотником. О, попал. Мне в этом плане очень нравится мультик про Степочкина. Не понял, повторите, кто попал, насколько попал. Охуенный мультик, кстати, рекомендую всем тем, кто не смотрел. Про пацана, который очень хотел стать десантом. Там, короче, дембеля из него десанта делали. Вторая, третья часть говно полное. Такое ощущение, как будто это франшиза была. И вторую, третью часть сделали вообще параша полная. Графон, конечно, так себе. Такой полурисованный, непонятный. Но, как бы, идея на мультик очень прикольная. Про целеустремленного пацана, который находился под гнетом мамки своей, которая при бабле какое-то РАО мамина работа. Так, ну, честно признаться, я в удачный исход не верил при своем наборе инструментов. Теперь надо эту всю залупу правильно собрать.
какой-то англоязычный блогер. А, блядь, еще ж надо тут намордник надо нахлобучить. Намордник у нас тут засратый, шо пиздец. Он, короче, рекомендовал там крышку ставить чуть по-другому. То есть снимается по одному, одевается по-другому. Сейчас покажу. Вот будет ржака, блядь, если кто-нибудь еще выпилит кусок из моего бложика и захуярит его в этот. На 4 ПДА, блядь. К наркоманам. Так, вот так вот это все. Так, ху. Як должно быть. До характерного хруста. О! Что-то где-то не лезет. Что-то где-то не лезет. Почему-то не залазивает. Почему ты не залазиваешь? Я тебя сломал, что ли? Или ты просто не достаешь? Почему ты не залазишь? Что-то где-то мешает. Слазь, ёбаная. Рыжий, Бася, я вас сейчас, сука, поубиваю, блядь. Заебали нахуй мебель бить. Проблема, снять проблему, пиздец. Чё ты въебываешься? Во. Что-то где-то здесь не то. Микрофон оттопырился, чё ли, мешал. Будем надеяться, что да. Так. И все равно не хочет, блять. А, ну да, тяжело ж быть долбоебом. Сука! Блять. А где он тут закручивается-то, ёпта? А, ну правильно. Тяжело быть долбоебом. Зато весело. Все, хуйня, давай по новой. Это как с мопедами, та же самая ситуация, блядь. Пока, сука, в первый раз разбираешь, по нескольку раз разбираешь одни и те же узлы. Да снимайся, заебало. О. А потом уже, когда насобачишься, то все пиздует, заебись. Вот этот винт я рано закрутил. Сначала надо всунуть ебало, потом ебало прикрутить к основной конструкции. Куда делась? К жопе прилипла. Так. Теперь эту хуйню сюда, по-моему. Нет, не сюда. О, блин, нихуя. А там какая-то пружина, что-то куда-то. Вот эту крышку, короче, надо сначала всунуть. А вот эту крышку вообще надо нахуй выкинуть. Потому что в перспективе она будет лишняя. На случай, если я буду использовать его в гермобоксе. Хотя в теории, блядь, наверное, она мне пригодится. Я уже приспособился, по дождю вроде ездить не собираюсь. Не хочу. Снять ее не проблема. В перспективе. А, ее надо сюда вот так поставить, но чтобы она висела. Теперь вот эту срань сюда.
наживить. И вот так вот. Типа опа. Как это, блять? Вот так. Теперь просунуть шубу в трусы. Да? Правильно же я делаю, Павел Павлович? О, не зачпокнулось, что ли? Не зачпокнулось. Вот теперь зачпокнулось. Так. Теперь надо сюда это все запиздовать. Может так оставить? Тоже ничего. А что мешает? А, блядь, флешка ебаная. Нет, флешку я достал. Что мешает? Что-то, блядь, мешает. Что-то мешает, хуй его знает. О, кнопка провалилась. Или не провалилась, или это не кнопка. Не лезет. Почему не лезет? Халабуда мешает или что? Что-то, блядь, не хочет, пиздец. Вот эту хуйню надо, блядь, убрать. Ее надо поставить потом. Теперь вот эту хуйню сюда надо положить. Вот так. Хуяк! И новый день. Вот. А теперь... Как эта срань сюда вставляется? Бля, как же я достал ее? Или она вывалилась? Так, нахуй пошел. Во! Охуительно. Так. Раз. Два. И три. Блять. Забыл одну хуйню поставить. Будем надеяться, что она сейчас и так влезет. Будем надеяться. Вот. Хуй. Хуй нахуй. Сука. Все, хуйня, давай по новой. Все. От слова совсем. Так. Оказывается, вот эта планка там внутри. Вот эта, которая. Она прикручивается. Я ее снимал, одевал 100 раз. Она держит и эту крышку, и эту крышку. Но когда ты долбоеб, то об этом догадаться тяжело. Нихуя себе. Так, а где бумажка? Вот бумажка. Протри глазик, ебаный. Надолго ли? Мне ли кажется, или этот глазик какой-то не такой? Оказывается, модуль
глазика на S300 и S3000 абсолютно идентичны, потому что вот этот вот глазик, который я сейчас поставил, он идет как S3000. Ну, то есть просто железо разное и пиздарики. А этот глазик очень хочет забрать мой знакомый и попытаться его отполировать. Ну, удачи ему. Я его вообще, короче, без тени смущения отдам. А еще, пока я пытался понять, как эту камеру разобрать, я пытался нагуглить хоть какой-нибудь видос. Видосов нет. Зато нашел видос, как у чувака стабилизатор вот этот слетел нахуй с шарниров. Он ее как уебал где-то, короче. Она так без конца делает. Короче, вот эта вся хуйня, она выпала вовнутрь. Любопытно было бы вот эту еще штуку разобрать. Но не в этой жизни. Все. Пошел нажрусь.